Не время сидеть дома. В московский регион пришла морозная погода, а в выходные температура воздуха местами опустится до рекордных минус 25 градусов. Даже в морозы любители активного образа жизни стараются проводить время на свежем воздухе. Благо, в Люберцах есть чем заняться. Нынешней зимой в городском округе подготовлено 16 катков, 11 во дворах и 5 на стадионах. Там же оборудованы теплые раздевалки. Вход на каток со своими коньками бесплатный. Также можно воспользоваться прокатом. В Люберцах созданы все условия для активного образа жизни. А активный образ жизни – это хорошее настроение, крепкий иммунитет и здоровье. Спорт, не требующий особой подготовки и снаряжения, бег. Любители и профессионалы не перестают бегать даже в морозы. Рассказывают, зимой воздух чистый и свежий. К тому же зимние тренировки добавляют нагрузки на организм. Зимой у нас усилена силовая работа за счет зимнего покрытия. А зимний бег дает нам потрясающий свежий воздух. Тем, кто не боится морозов, можно присоединиться к любителям зимнего плавания. Главное – не окунаться в ледяную прорубь без подготовки и одобрения врача. А начать можно уже сейчас, с контрастного душа, постепенно уменьшая и увеличивая температуру воды. Немаловажным является и воздушные ванны. То есть можно и в холодное время года не сильно утепляться. Когда двигаешься, тело само согревает себя. А еще есть лыжи, скандинавская ходьба, просто прогулки на свежем воздухе и велосипед. Главное – не сидеть дома перед телевизором или компьютером. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.